Папа, ты меня любишь? Конечно, люблю, Саш. Папа, ты меня точно любишь? Саш, ну что за глупые вопросы? Ты же моя дочь. А тогда почему ты сажаешь меня на переднее сиденье? Саш, это же крутой автомобиль. Здесь подушки безопасности и у тебя, и у меня. Папа, ты знаешь, что подушка безопасности вылетает с силой удара Майка Тайсона? А кто тебе такое сказал? А к нам просто приходят работники ГАИ и рассказывают то, что самое безопасное место для ребенка до 12 лет – это заднее.